Сон або Гранос. Двійник мій, появись. Дай знати, що ти тут. Допоможи мені в моїх справах. Захисти, підтримай мене. Перейди із астрального світу матеріальний, щоб у мене була подвійна сила. Ламасал Дерг. Твої страждання позаду. Тепер тебе ніхто не буде ображати. Ти будеш все встигати. Я тобі в цьому допоможу. Ми будемо все встигати. Ми станемо ідеальною жінкою. Не пойму. Чо це у Віолетки всегда так чисто? Я ж не бачила, щоб у неї хтось там прибирався. Я видел, у неї робот-пылесос, очень практично. А откуда ви знаєте, що у неї так чисто? Господи, Денис, ну проходила мимо, совершенно случайно одним глазом подивилася. Робот. Тьху-тьху-тьху. І не душевно, якось так, і не по-женськи. Андрюша, можна сьогодні пораньше піду? Вера Ивановна, вам можно все. Спасибо. А что случилось? Ну, Андрюша, случилось еще 20 год назад, как моя сестра родила вот этого шалопута, племянничка моего ненормального. Посмотрите, Вера Ивановна, чтобы они вам на голову не сели. Дениска уже залезли, сели на голову, ножки звисили, еще и пятками по носі бьют. Теплицу треба строить. В квартире 3 года, а уже ремонт не можем закончить. А він не може ніяк приватизацію в ЖЕК сходить зробити, а? Це ж самой прийдеться. Все на мені, Денис, все просто на мені. Здрасте, Тимур. Здравствуйте, коллеги. День добрий, Тимур. А вони ж знають, що на мене можна положитися, тому що у мене ж все в руках горить, діло спориться. Я і там успіваю, і там все можу, тому що везде нужны заботливые руки. Вера Ивановна, вы просто идеальная женщина. Все успеваете, никогда не жалуетесь. Что же мне жаловаться, если у меня прекрасный житейский женский опыт? Так, давайте займемся делом. К нам обратилась Людмила Терещенко. Она утверждает, что у нее в доме поселилось потустороннее существо. Астральный двойник ее невестки. Людмила должна вот-вот прийти, так что пока ознакомьтесь с делом. Свекровь наговаривает на невестку, а вы еще спрашиваете, почему я не женюсь? Денис, как у тебя просто все? Денис, современная психотерапия предлагает действенные, цивилизованные методы решения этой проблемы. Вот и Людмила Ивановна. Здравствуйте, проходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Знакомьтесь, это Тимур, это Денис. И... А я Вера Ивановна, тики, я вас уже покидаю, я пошла. Все. Присаживайтесь. Спасибо. Ну что ж, давайте начнем. Мы вас слушаем. В моем доме живет монстр. Дух. Нечеловеческое существо. И привела его в дом Катя. Дал Бог мне невесточку. Простите, а вы живете вместе с сыном и невесткой? Нет. Они живут отдельно в моей квартире, а я в квартире мужа, к сожалению, ныне покойного. Расскажите, с чего все началось? С кривых Катиных ручек, чтобы ей пусто было. Женщина рассказала, что ее сыну очень не повезло с женой. Ее Миша влюбился в очаровательную и трудолюбивую девушку. Но после свадьбы Катю как подменили. По словам Миши, она не готовила, не следила за собой, да еще и не работала. Людмила Ивановна часто приходила в квартиру, чтобы полить свои фиалки. И не раз убеждалась, что ее Миша говорит правду. В доме всегда было не убрано, на кухне вечная грязь, а сама Катя выглядела как попало. И это при том, что она целыми днями сидела дома.
Дякую. Мам, ты себя совсем не жалеешь? Столько закруток наделала. Я еле донес. Сыночек, я тебя зимой голодным не оставлю. Кать, а чё ты сидишь? Расставь банки на кухне, мы с мамой принесли. Катя, сколько раз говорить? Не покупай полуфабрикат. Ты что, мужа решила отравить? Ты же говорила, что будет борщ. Я не встигла. Целый день резюме, дзвінки. И что, устроилась на работу? Ні. Ясно. Ні борща, ні роботи. Права все-таки мама, да? Міш, ну в мене не 10 рук. Катя, надо все успевать. Все успевать. И она нашла решение. Вызвать двойника. Астрального. Ну и как вы это поняли? Я видела обряд. Людмила Ивановна рассказала, что ее сын уехал в рейс. И она пришла полить свои фиалки. По мнению свекрови, Катя не умела обращаться с цветами. Ясно. Еще и гулящие. Я на кухню, поливаю цветы. И тут слышу заклинание какое-то. У меня чуть сердце не выскочило. Людмила Ивановна увидела, что в спальне Катерины и Михаила горят свечи. Катя явно проводила какой-то обряд. Сон або Гранос. Двійник мій, появись. Дай знати, що ти тут. Допоможи мені в моїх справах. Захисти, підтримай мене. Перейди із астрального світу матеріальний, щоб у мене була подвійна сила. Ламасал Дерг. Свекровь не повірила своїм глазам. Из зеркала вышла точная копия ее невестки, обняла девушку и заговорила ее же голосом. Твои страждания позаду. Теперь тебе никто не будет вражать. Ты будешь все встигати. Я тебе в этом допоможу. Мы будем все встигати. Мы станем идеальной жінкою. Людмила Ивановна и представить себе не могла, как изменит ее невестку этот ритуал. Простите, а что вы делали днем накануне прихода Кати и Михаила в дом? Была на работе, как обычно. А где вы работаете? Я работаю в перспективной, быстро развивающейся фирме IT-компании MT Group. И кем же? Клинером. Слежу за чистотой в офисе. Людмила Ивановна, расскажите, что было дальше? Людмила Ивановна рассказала, что на следующий день весь офис говорил о новом ассистенте директора. Красотке, которую всегда придирчивый и дотошный босс принял на работу, едва та переступила порог его кабинета. Не понимаю, взял без испытательного срока за 3 минуты. А кто такая? Не знаю. Терещенко Екатерина. Кто? Катька? Людмила Ивановна не поверила своим глазам. Перед ней была невестка. Такой красивой и уверенной в себе женщина никогда ее раньше не видела. Еще вчера Катя была неряхой и неудачницей, но за один день она кардинально изменилась. Людмила Ивановна была уверена. Причиной тому стал магический обряд. Спустя несколько дней Людмила Ивановна решила наведаться в квартиру сына. Проверить, все ли готово у Кати к его приезду из рейса. Вдруг возле дома она увидела невестку, выходящую из авто директора фирмы. 5 минут, я спущусь. Не спеши. Я пока посмотрю отчеты. Добре. Я все впорядкувала и закладки по департаментах розставила. Как ты все успеваешь? Просто идеальная женщина.
Повезло ж твоему мужу, а? Людмила Ивановна застыла от неожиданности. Она увидела в окне силуэт невестки. Но ведь Катя всего секунду назад зашла в подъезд и не успела бы так быстро подняться в квартиру. Как девушка могла быть в двух местах одновременно? Куда ти так розфуфирилась? Костянтина Олександровича треба супроводжувати на званий вечір. Там буде багато корисних бізнес-знайомств. Здрасте, приїхали. Ночью Миша с рейса возвращается. Ты есть ему приготовила? Людмила Ивановна, не хвилюйтесь, у меня есть еще одна пара рук. До речи, я замок поменяла. Вас не попередила. Ну и вас сегодня никто не чекав. А может быть, Катя наняла домработницу? Она все-таки работает, и возможность у нее есть. Это точно была она. Еще и сына перетащила на свою сторону змея. Мой Мишенька стал сам не мой, то есть не свой. Простите, а что же с ним произошло? Стал мне грубить. Но это полбеды. У нее нечеловеческая сила и нет души. Ей ничего не стоит убить меня и сына. По словам Людмилы Ивановны, через несколько дней она снова пришла в квартиру полить фиалки. На сей раз согласовав свой приход с невесткой. А куда это ты намылилась? Вон глажки целая куча. Мазин, можу и вас до выхода провести. Щось вы затримались тут. Да как ты со старшими разговариваешь? Тебя что, вообще не учили? Вы не уявляете, чего и где мене вчили. Краще тепер не чіпляйтесь до мене. Господи. Ситуація виглядала неоднозначной. Я пока не мог решить, стоит ли браться за это дело. Однако пообщаться с его фигурантами, на мой взгляд, все же стоило. Людмила Ивановна, спасибо вам большое за рассказ. Мы обязательно вам поможем. Благодарю вас. До свидания. Всего доброго. Невооруженным глазом видно, что мать не может отдать сына другой женщине и не хочет смириться с его взрослением. Но одно только это не может вызывать галлюцинации. У Людмилы Ивановны работает уборщицей. Постоянный контакт с химией, может, повлияло? Я попрошу ее сделать все анализы, но давайте для начала пойдем простым путем. Тимур, вы пообщаетесь с Катей и выясните ее версию происходящего. А ты, Денис, поговоришь с мужем и шефом Кати. Муж Кати Михаил не понимал, зачем его мать обратилась в реальную мистику. Он был очень доволен изменениями во внешности и в характере супруги. Да, мама просто очень переживательная, все к сердцу близко принимает. Вот ее фантазия разгулялась. А вы не думали над тем, что в последнее время происходит с вашей женой? Почему она так изменилась? Чудо, какая разница? Стало ж лучше. А вот мама, я, конечно, ее очень люблю, но в последнее время уже со своими расследованиями загоняется. Михаил рассказал, что прекрасно помнит тот вечер, когда его супруга изменилась и снова стала той, в которую он влюбился. Однажды он поздно вернулся с работы. Катя ждала его в спальне. Она выглядела сногсшибательно. Людмила Ивановна уговорила сына сделать ей дубликат новых ключей, чтобы она могла поливать свои фиалки в любое удобное ей время. Она снова решила наведаться в гости без предупреждения. Женщина увидела мерцание свечей из спальни. Она была уверена, что невестка снова проводит магический обряд и решила записать видео, чтобы в будущем иметь доказательства. Мама! Ты что творишь? Да, очень щепетильная история. Неприятно получилось. А вы не думали с ней договориться? Чтобы вы к ней ходили в гости, а не она к вам?
клюешь тут фиалки. Фиалки? Ну да, это очень серьезно. А как вы относитесь к начальнику Кати, Константину? А что тут? Ну, не ревнуете? Не. Я Катьке доверяю. Я же говорю вам, у мамы глаза велики. Ясно. Можно я осмотрю помещение? Это же мамина квартира, смотрите. Тимур предложил Кате встретиться на нейтральной территории. Катя, вы знаете, что ваша свекровь считает, будто вы провели обряд вызова астрального двойника? Не думала, что Людмила Ивановна звернется до вас у программу. Так что же происходит на самом деле? Так и есть. Как так? Мне помогает мой астральный двойник. Хіба это протизаконно? Нет. Ну, это просто невозможно. Я теж спочатку так думала, але потім зрозуміла, що у житті немає нічого неможливого. І як вам це вдалося? У мене просто не було вибору. З Мішою ми одружились 3 роки тому. На весілля його мама подарувала нам свою квартиру. Але я тоді й не знала, що більше житиму з нею, ніж з ним. Спокойным отцом, Царство Небесное, о такой даже не мечтали. Мы с ним, когда только поженились, в общежитии, и у родственников приходилось ютиться. А вам такое счастье. Людмила Ивановна, вы просто чудо. Ну что ж, живите, радуйтесь. И с внуками не затягивайте. Але щастя тривало недовго. Уже на наступний день Людмила Іванівна почала приходити до нас у квартиру, як до себе додому. Принесла свої фіалки. Почала перед Мішою мене принижувати, пиляти. Міша перестав мене поважати. Опять яйца. Слушай, Кать, там мама в холодильнике сырнички оставила. Разогрей лучше их, а? Міш, тобі не здається, що через ці мамині сирнички ми живемо втрьох? Кать, что ты начинаешь с самого утра? Мама так много всего делает для нас, и вообще ее просто надо любить, и все будет пучком. Ну-ка. День у день я все більше втрачала повагу до себе. Інші стали це помічати. Мене ніхто не вважав сильною особистістю. Но почему же вы не обратились к психологу или не высказали прямо свое недовольство вашим обидчикам? Не знаю. Якось не подумала. Мне кажется, что вы что-то недоговариваете. К черной магии не обращаются просто так. Я намагалась что-то сделать. У меня просто не вистачило сил. То есть? Моя свекруха – садистка, а Міша не вірить мені. Что-то они у тебя чахнут. Это при том, что я сама за ними ухаживаю, сама поливаю. Вот правду говорят, что цветы чувствуют энергетику. Людмила Іванівна, так забирайте свої фіалки, і нехай вони ростуть у вас.
брызгает. Ой, горячо! По словам Кати, свекровь как будто бы случайно задела раскаленной сковородой ее руку. Миша не повірив мені. Сказав, що це неможливо. Звичайно, мама зробила це випадково. Але як знак, у цей вечір в інтернеті мені вискочила реклама сайту із описом обрядів. І неужелі ви повірили в цей обряд? Ні. Але перед сном у цю ніч я молилася, щоб мати силу встигати все. И вот всю ночь мне приснился сон. В своем сне Катя услышала собственный голос. Я тут. Я тут, я тут. Он доносился отовсюду. Я тут, я тут. Я тут, я тут. А потом девушка увидела зеркало, и в нем свое отражение. Поклич мене, і я допоможу. Додай до обряду слова «Лома Селдерк», і в тебе все вийде. Людмила Терещенко утверждает, что ей угрожает астральный двойник ее невестки. Женщина видела, как Катя провела обряд. С тех пор девушка сильно изменилась и внешне, и внутренне. По словам свекрови, Катя стала на удивление сильной и может находиться в двух местах одновременно. Катя подтвердила проведение ритуала. После этого ей приснился вещий сон, в котором она увидела своего двойника. И именно этот двойник помог ей стать идеальной женщиной. Так как же объяснить все происходящее? Наступної ночі я провела обряд. Катя, позвольте уточнить. Вы точно не обращались к ведуньям, колдуньям, не проходили сеансы гипноза? Ні. И как же проявляется этот ваш двойник? Вы им управляете? Так, це моя помічниця, моя вірна подруга. Це ще одна я. Хіба це не чудово? Катя рассказала, что когда что-то не успевает, то просто берет зеркало и произносит магическое слово. Ламасл Дерх. Я можу бути одночасно у двох місцях. Хіба це не чудо? Катя, Людмила Ивановна считает, что последнее время вы стали чересчур агрессивной. И даже толкнули ее так сильно, что она ударилась о дверной косяк. Что? Я? Да я б цього не зробила. Катенька, позвольте уточнить. Вы точно знаете и управляете тем, что делает ваш двойник? Так, звичайно. Итак, дело оказалось интересным. И Катя, и ее свекровь утверждают, что у девушки появился некий астральный двойник, который помогает ей быть идеальной женщиной. Что это? Гипноз? Галлюцинации? Как объяснить удивительное преображение Кати? Мы станем идеальной женщиной. И почему вдруг она стала все успевать? Быть может, Кате действительно кто-то помогает, создавая для свекрови и мужа видимость идеальной невестки и жены. Странный момент. Катя говорит, что свекровь ее бьет, а то, что сама ударила Людмилу Ивановну, отрицает. Вероятно, женщину ударил двойник. Или у Кати сложноопределимое раздвоение личности.
и вторая ее субличность гораздо сильнее первой. Это необходимо выяснить. А еще я связался с семьей Кати и выяснил одно очень интересное обстоятельство. У Кати была сестра, двойняшка. И это все объясняло. Тимуру необходимо нанести туда срочный визит. Денис пришел поговорить с новым начальником Кати Константином. Ведь магические происшествия в жизни девушки совпали с ее выходом на новую работу. Я ненадолго. Если это для Кати, я готов уделить ровно столько времени, сколько нужно. А, вот как? Да, да. Потому что после ее появления мне стало гораздо легче дышать. Идеальная помощница. Просто идеальная. Как раз насчет этого я хотел с вами поговорить. Вы никогда не замечали, что Катя может находиться в разных местах одновременно? Или, может быть, что-то другое странное? Да мне постоянно это кажется, что у нее не две руки, а четыре как минимум. А если серьезно? А если серьезно, то, конечно же, нет. И все, что я могу сказать про Катю, это то, что она незаменимый сотрудник. Я не знаю, как я жил без нее до этого. Ну, в смысле, работы. Извините, важный звонок. Я пока пройдусь по офису. Алло, да. Тем временем я встретился с экспертом, чтобы прояснить ситуацию с астральными двойниками и возможностью их проявления в реальном мире. Ну, на самом деле, астральные двойники не живут в зазеркалье. Они могут только запечатлеться там. Илья Кепчин, эзотерик, консультант по изучению ауры и диагностике предназначения, директор и ведущий специалист Центра изучения души человека. В зазеркалье живут только души. И попасть они туда могут только в том случае, если человек умер перед зеркалом, или после смерти человека зеркала не были закрыты в доме. Тогда душа может перепутать выход в иной мир с зеркалом и запечатлеться в нем. То есть существо, которое призвала наша клиентка, это не ее двойник, а запечатленная в зеркале душа? Скорее всего, да. Дело в том, что душа старается вырваться оттуда. И как один из вариантов, если кто-то из нашего мира подаст ей руку. Скажите, пожалуйста, у этой девушки зеркало стояло в спальне напротив кровати? Да. Ну, я думаю, что таким образом сущность и проникла в сон девушки. Теперь она будет пытаться убить прототипа, спрятать его тело и жить его жизнью. Ну, это не помощник. Пока зеркало, через которое вышел двойник, не разбито, тот, кто вытянул сущность, будет ею управлять. Если же зеркало разлетелось на мелкие кусочки, то для того, чтобы справиться с двойником, нужны уже более серьезные методы. Тем временем мой помощник связался с мамой Кати и договорился с ней о встрече. Он хотел встретиться с сестрой девушки, но дома ее не застал. Катя ведет себя странно. Она почему-то считает, что ей помогает какой-то ее двойник. Ну, либо Катю кто-то разыгрывает. В любом случае, выводы делать пока рано. Снова она за своим двойником. Снова? Зараз я вам дещо покажу. Тут я зберігаю дитячі малюнки. Ось. Ось. Интересно. Это было неожиданно. По словам мамы, Катя с детства фантазировала о подружке-двойнике из зеркала. Аню, Катя, що ви тут намалювали? Це хто? Це ти, це папа, це Аня, а це я. А це хто? Це моя подружка. А як її звати? Квіточка. А чому вона з нами? Це твоя подружка з дитячого садку? Ні. А звідки вона? Вон вона. Это и была главная причина,
по которой Тимур сюда приехал. Здравствуйте, вы, наверное, Анна, сестра Кати. В этот момент пришла сестра Кати. Но, увы, она была совершенно не похожа на Катю. Не буду вас томить. Скажите, пожалуйста, какие у вас отношения с Катей? Ми з нею не дуже спілкуємося. Як справи? Добре, добре. А чому? Ви поссорились? Ні, ми не сварилися, просто у нас різні інтереси. Ваша мама розказала, що у Каті в дитинстві був воображаемий друг. Ви можете вспомнити деталі? Ні, це було, коли ми були дуже маленькі. Вибачте. Я згадала. Це я усьому винна. Господи, невже вона була права? Хто вона? Ой, Тимур, здається, що двійник і правда існував чи існує. І це страшна потайбічна істота. Коли я виношувала дівчат, мене поклали на збереження. Бо знаєте, двійня – це завжди ризик. І зі мною в палаті була жінка. Навіть зараз пам'ятаю, як її звали – Ніна. Здравствуйте. Здравствуйте. О, я другого места нет? Ні, жіночко, оце ваше місце. А можна, пожалуйста, зеркало перевесить? Воно приклеєно, не можна нічого привішувати. Ви розумієте, беременній жінці не можна все время возле зеркала лежати. Вибачте, але ми не можемо нічого перевішувати. Тоді давайте я з вами поміняюсь. Я не забуванна. Ой, спасибо вам большое. І ми помінялися. Вже потім мені свікруха розказала, що дитинку може вкрасти чи нашкодити їй зла сутність від зеркала. Тоді я посміялась, що за несенітниця. Но після того, що розповів Тимур... Ви зря себе вините. Я уверен, что зеркало в роддоме вообще ни при чем. И мы обязательно попытаемся доказать это как можно скорее. Совесть есть? Я ж тут его жду, я уже давно поехала с работы. Ну, то как же так это можно назвать? У мене ж не 15 рук, у мене не 37 ног, щоб везде успівати, понимаєш? Я вообще на роботі. Все, давай, пока. Тьфу, я ж заплювалася від злості. Вера Ивановна, так а чого ви ще здесь? Ви ж відпрашувались пораньше уйти. Так я ж думала пораньше. Должен був приїхати чоловік моєї сестри пакет привезти, щоб я на село передала. Бачите, я ж у них уже посильний. А тепер виходить, що вони мені дзвонять, щоб я поїхала в час пік на Троєщину за тим пакетом. Ну, совість же ж є чи немає, а? Ну, Вера Івановна, ви можете відправлятися прямо зараз. Заодно і видихніте по дорозі. Правильно, правильно, Андрюша. Бо з такими родственниками я скоро не то, що не видихну. Я й духи спущу. Ні, ну це ж додуматися. Це ж за племянечка в ЖЕК сходить з пропискою вопроси рішить, справки забрати. На Троєщину пакет забрати, в село одвези, за строїтелями присмотри. Хоча, з другої сторони, я вам скажу, Андрюша, отака востребованість, вона дуже радує. Тому що я всім нужна, я все успіваю, і у мене все в руках, діла всі ладяться. Да. Вера Іванівна, неужели ви собі астрального двойника знайшли? Ні. Тимурчик, я вам казала, я в астрологію не вірю, а тим більше не вірю шарлатанам, астрологам і астрологшам. Я вірю в свою харизму, я вірю в свій життєвий опит. Так, ладно, у мене діла. Я вас покидаю, бо життя дала трещину, я їду на Троєщину. Наконець-то. Ну що ж, повернемося до діла. Ще одної сестри-двойника у Каті немає. Но у нее с самого детства могло развиваться раздвоение личности. Но я смотрю, вы не особо верите в эту версию. Честно говоря, нет. Ну что ж, Денис сейчас следит за Катей. Она явно от нас что-то скрывает. Если ей кто-то помогает, мы это узнаем в течение суток. Проследить за домом Кати я поручил Денису.
Мой помощник увидел, что девушку привез ее шеф. Затем она поднялась в квартиру. Денис видел, как Катя возится на кухне. Девушка хозяйничала всю ночь. В окнах кухни свет не погас ни на секунду. А утром она выбежала на пробежку. Алло, Андрей, доброе утро. Да, есть новость. Катя вообще не спит. Она в 3 часа ночи пришла домой. До 4 что-то готовила на кухне. А сейчас на пробежку выбежала. Такая бодренькая. Ну ладно, давай, давай. С пробежки девушка вернулась с пакетами, полными еды. А уже через минуту она вышла из подъезда с прической, макияжем и в совершенно другой одежде. Но этого не может быть. Денис своими глазами видел 2 одинаковых девушек. Неужели у Кати действительно есть двойник? Иначе как объяснить то, что происходит? Через 30 минут после того, как Катя уехала на работу, Тимуру позвонила ее свекровь и попросила срочно приехать. Женщина утверждала, что ее невестка сошла с ума. Она разбила зеркало и говорила, что астральный двойник ей угрожает. Катенька, расскажите, что именно произошло? Вона хотела забрати моє життя. Кто она? Вона. Ваш астральный двойник? Так. Она вышла из-под вашего контроля? Ага. Катя, всего несколько минут назад мой коллега сообщил, что видел вас на работе. Это тоже она, ваш двойник? Я не знаю, що вона задумала. Я взагалі хочу, щоб мене залишили всі в спокої. Скажіть, будь ласка, чого ми ще не знаємо о вас і о вашому двойнику? Я нічого про неї не знаю. Ясно вам? Вона зло. Вона монстр. Я ненавиджу її. Тим временем вторая Катя поехала в тренинговый центр личностного роста некой Лилии Бабаевой. Так это что, и есть секрет идеальных женщин? К удивлению Дениса, на всех рекламных проспектах этого центра было фото Кати. Я ее нашел. Астрального двойника Кати. Ее зовут Лилия Бабаева, и она проводит тренинги личностного роста для женщин. Да-да-да, я буду здесь. Глаз с нее не свожу. Итак, у Кати действительно есть двойник. И он вполне реален. Мы решили устроить девушке встречу с ним. И, похоже, мы уже в шаге от разгадки этого удивительного дела. Людмила Терещенко утверждает, что ей угрожает астральный двойник ее невестки. Женщина видела, как Катя провела обряд. С тех пор девушка сильно изменилась и внешне, и внутренне. По словам свекрови, Катя стала на удивление сильной и может находиться в 2 местах одновременно.
Катя утверждает, что провела ритуал, устав от нападок свекрови. И именно он помог ей стать идеальной женщиной. Мой помощник проследил за двойником Кати. И мы решили устроить девушкам встречу. Тимуру удалось уговорить Катю приехать. Уже через полчаса они были в тренинговом центре. Девушки действительно были похожи друг на друга, как две капли воды. Отпираться не имело смысла. У цей центр мені порадила піти подруга. Вона хвалила Лілю. Та ні словом не сказала, що ми схожі з нею. То, в принципі, це було неочевидно. Я в цей момент більше була похожа на ходячого мерця. А вот Лиля, увидев Катю, буквально застыла на месте от удивления. В аудитории сидел ее двойник. А с какой метою вы пришли до нас? Катя рассказала обо всем. И о том, как испортились отношения с мужем после переезда в квартиру свекрови, о бесконечных придирках Людмилы Ивановны, о том, что у нее все валится из рук, она ничего не успевает и совсем в себя не верит. И главное, совершенно не знает, как жить дальше. Я доверяла ей. Я такой доверия ни до кого больше не відчувала. У Лили возникла смелая идея сыграть мистического двойника Кати. И Катя с радостью согласилась. Она очень хотела утереть нос свекрови и наладить отношения с Михаилом. Для начала Лилия предложила разыграть магический обряд. Для этого девушка купила пустую раму и поставила ее так, чтобы создавалось впечатление, словно она появляется из глубины зеркала. А еще Лиля заставила Катю привести себя в порядок и помогала ей по хозяйству. В отличие от Кати, Лиля была прекрасной хозяйкой, умела готовить и знала, как соблазнить мужчину. Именно этого и ждал от жены Михаил. Лиля, а зачем вы все это разыграли? Я сомневаюсь, что лишь для того, чтобы помочь Кате. Чего ты молчишь? Расскажи им все. Париш людям, как выйти замуж, а сама сидишь у дівках. Не соромно таке говорити? Принца вона хотіла підчепити. Та не простого, золотого. Використовувала мої мізки, щоб зробити для нього ідеальну жінку. Жених – це Константин, надо полагати? Так, він. Тільки Катю. Я ж тебе не використовувала, а попросила допомогти. А це, дорогенька, різні речі. І каков був план? Видати її заміж за багатого чоловіка. У Лілі була ціль – женіть на себе Константина. Но йому нравились умні дівчатки. А у Кати было соответствующее образование. И у Лили созрел план. Она устроилась к нему помощником и блестяще прошла собеседование. Но тестовое задание и всю последующую работу за нее делала Катя. При необходимости Катя ходила на рабочие совещания и составляла отчеты. Шеф был очень доволен новой помощницей. Лиля, а зачем вы ударили свекровь, Катя? Це був самозахист. По словам Лілі, Катіна свекровь хотіла ударити її кувшином. Но девушка вовремя среагировала, оттолкнув женщину так, що та потеряла равновесие. Коли ти ще вдарила Людмилу Іванівну, я можу зрозуміти, можливо, вона і заслуговувала на це. Та спати з моїм чоловіком ти не мала права. Лиля соблазнила мужа Кати. Это и стало причиной разрыва их отношений. Катя рассказала, что однажды свекровь забыла телефон у нее дома. И девушка случайно обнаружила в нем видео, которое Людмила Ивановна сняла накануне. Этого Катя простить Лиле не смогла. Катю, дорогенька! Але ж ти також переборщила з Константином. Знаєш, а він на тебе дуже запав. А що ж ви відказуєтесь від такого завідного жениха? А не пробігла нас ця іскра. Зато пробіжала з Михаїлом. Так, ви праві.
Все это время Тимура не покидала мысль о том, почему двойняшки Катя и Аня были так друг на друга не похожи. А также история в роддоме, когда мама Кати поменялась местами с роженицей Ниной. Лиля, а вашу маму случайно не Нина зовут? Нина Георгиевна, а что? Тимур, вы что-то знаете? Есть у меня одна невероятная мысль. Мы провели ДНК-тест, и предположение Тимура подтвердилось. Лиля и Катя были сестрами-близнецами. Их перепутали в роддоме. А так не похожая на Катю Аня была дочерью Нины, той самой роженицы, которой мама Кати предложила поменяться местами в палате роддома. Женщины рожали в один день. У Натальи Петровны родились девочки-близнецы. У Нины одна дочь. Наталья Петровна согласилась с Ниной поменяться кроватями из-за суеверия, но врачам они сообщить не успели. Ну а дальше, из-за простой нашей безалаберности медсестер, детей просто перепутали. Вот удивительно, как маленькая Катя чувствовала, что сестра, с которой она провела 9 месяцев в утробе, не рядом с ней, и изображала ее на рисунках, изображала своего двойника. Наука достаточно давно наблюдает связь однояйцевых близнецов, но толком объяснить этого не может. Какой вы умный, Тимур. Значит, получается, что не только у меня жизнь не скучна. Что там с их любовным треугольником? Чи, боже, их там четверо. Четвероугольником. Ну что, хэппи-энд. Лиля осталась с Мишей, а Катя с Константином. Подождите, а что, Миша не сказали про подмену? Не сказали, но Миша, по-моему, все равно. Не все равно, только свекрови. Она просит вернуть все, как было. Оказывается, Катя не такая уж плохая невестка. Хоть убейте меня, я вам скажу, от рекламы во всем виноваті. Ну что это такое? Уже проснулась, свеженька, волосики розчесані, вона везенько умилась, помила, постирала, погладила, поли вимила, дітей накормила, підрихтувалась, накрасилась і ідеальна женщина. Ну такого ж не буває. Согласен, Вера Ивановна. Идеализация и гламуризация всего и вся – это частая причина неврозов мужчин и женщин. Правильно, Тимур. А вы тоже шукаете себе идеальную женщину? А может, она где-то уже и есть біля вас рядышком, только вы не видите? Ой, спасибо, что напомнили. Мне нужно бежать, я обещал Виолетте помочь ей с этим роботом-пылесосом, там что-то барахлит. Тимурчик, Тимурчик, подождите, не спеши. Он у нас Денис в технике. Денис, в технике набагато лучше, понимаю. Вот он сейчас, он молодой, он пойдет все сделает. Вера Ивановна, извините, но раз обещал, должен исполнить. Вот скажите, вот кто меня за язык дергал, а?